Я племянник Калсельма. Ага. Помогаю ему в лаборатории. Ага, да, да, да. Надо купить домик мне. Я это заслужил. Мне вот интересно, что делает Девакин после того, как его призовут Седобородый? Туму что, можно научиться? Наверное, не знаю, не в курсе, не слышал. Я вообще проходом, я бомж. Хорошо, что ты рядом. Мне нужны те, на кого можно положиться. Я дядя Игмун. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. А что так дорого? Вы же в развалинах живете. Да. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Посетить свой новый дом. Обставлять его не хочу. Сколько у меня там денег-то? 13 тысяч. Не так уж, чтоб очень много. Нормально они хранят камни душ. Совсем незаметно. Андалимар командует талмарцами в Маркарте. Талмарцы знают, как поступать с последователями Талмарца. Ну что ж, давайте посетим. Посетим наш новый дом. Посмотрим, что там есть. Клан Серебряная Кровь будет услышан. Да-да-да. Серебряная кровь. Что за дело может быть у коллегии магов? Надо было просто менее пафосно назваться, да и все. Что? А, вот, музей Двемеров. Давайте сходим туда. В музей Двемеров. Раз уж нам дали ключ. И сказали, что можно в него сходить. Почему бы и нет? Я как раз собирался узнать побольше об этой расе. Скажем так. А тут такой отличный шанс нам выпадает. Давайте осмотрим экспонаты. Мага, только ничего не сломай. А то прибью. Центурион, конечно же. Проклятие. Вот это вид. Угу, нам бы экскурсовода не помешало сюда. А вот экскурсовод. Нет? Теперь я припоминаю. Ты из новичков, соратников. Так ты что, выпивку им разносишь? Конечно, себе разношу. Не распускай руки, воришка. Да, тут особо ничего не посмотришь. Музей дрянь. Поглядывай в небо и будь настороже. Алебаста? Или как там называют? Баллиста? Баллиста. Баллиста. Не алебаста. Алебаста это другое. Ну, здесь ничего такого, как бы. Нужен чувак, который расскажет все и покажет. Самому смотреть на все эти фиговины, на которые я и так уже насмотрелся. Смысла нет. Башку, что ли, зажать своими шестернями? Да, ну, никакого толку. Нужно держать ухо востро. Может быть, что-то за этой дверью есть. Лаборатория. У меня даже от нее есть ключ. Прибрались бы хоть что ли. Все разлито к чертям с собачьим. Брать ничего нельзя. Мешки какие-то. Отлично, здесь еще ловушки вентилями активируются. Ха. Удобно, блин. А это что за вентиль? Не двигаться. Чего? Зараза. Ух ты. Мощно.
А что я сделал такого? Здрасте. Царь. Царь. Очень приятно, царь. Нет. Подчиненных не хватает. Нужен ключ. У меня нет ключа. Где эта зараза дохлая? Куда его отнесло? Меховые перчатки. Странно. Чё это ты на меня напал-то, а? Угу. Стандарт. Две мирские законы. Ну, все читать надо, блин. А читать, понимаете, сами, на таком. С таким шрифтом. Полгода буду по слогам там разбираться. Нет, все же не тот ключ. Ладно, пойдемте отсюда. Пока нас окончательно здесь не пригрохнули. Все не то. Надеюсь, не заметят пропажу одного человека. Если заметят, будет плохо. С чего он вообще меня начал атаковать, зараза тупая? Я же ничего не сделал. Подумаешь, пару вентилей крутанул. Ну и что, со всеми бывает. Может, я Вася из ЖЭК, а пришел трубы проверять. Они тут у вас взрываются. Ну, вроде ребятки не агрессивные. Приветствую, соратник. Ха-ха. То они меня приветствуют, то нафиг посылают. Ладно, выйдем-ка отсюда нафиг. Это уже не смешно, когда тебя пытаются зарубить непонятно за что. Выйдем, просто посмотрим наш дом. Тогда уж. Будем приступать к каким-нибудь другим заданиям. Выложим там все ненужное, если у меня такое есть. Тогда будет все зашибенски. Из маги выложим пару вещей. Хотя надо бы продать, по идее. Так, теперь выйдем на улицу. Только представь, подорвать целый город. Проклятая коллега. Да, я это уже слышал. Хватит ныть. Хватит ныть. О, наконец-то, небо. Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено. Плачевно. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Давай обеспечу. Коленник ты наш. Где тут посмотреть мой дом? Сколько мы там уже выполнили-то квестов? Много. Так, отправиться в храм Талоса, найти жреца, найти работу Шлидора, разузнать о легенде Голдура, поговорить с Фастрид, поговорить с Серобородами, найти женщину Радгардку, найти освободить Талларда из Талмарского плена. Посетить новый дом. Это не тот, в котором полтергейст творился. Так. Ага, на этаж выше. Еще раз заблудиться, как нефиг делать. Вид отсюда, нет, не прикольный. Отлично. У нас еще один дом теперь есть. С сундучком.
О боже. Страх какой. Прям ужас. Полени валяются. Паутина везде. Но это хоть побольше, причем в разы больше, чем дом в Вайтране. Где-то сундук-то. Опять дрова зачем-то. Куда столько дров-то? Мне сундук нужен. Ага, вот сундук. Давайте туда положим все, что не нужно пока что. Вот разное. А мне еще такого и нету. У меня ничего такого-то и нету. Договор купли-продажи. Это у нас что? Рислав Ларик какой-то. Утраченная легенда Скайрима. Все тоже нафиг не нужно. Книги, ладно, выложили. 341 веса у нас сейчас. О, бивень мамонта. Может, у нас есть какой-нибудь бивень мамонта? Нет, бивни нету. Палец великана. Интересно, сколько он весит. Давайте его съедим для прикола. Хорошо так вштырило. О, боже. Классная штука. 2D-шная. Прах вампира. Рыба. Стержневой корень. Человеческое сердце. Чеснок. Чешуйчатка. Эктоплазму мы еще не жрали. Ягода можжевельника. Колокольчик нам нужно принести. Язык дракона. Что у нас из одежды есть ненужного? Вроде ничего ненужного нету. Увеличит сопротивление огню на 40. Сложим. Оружие может быть какое-нибудь. Меч грома. Да тоже, в принципе, не нужно. Хотя... Что у нас там? 28. Да не, он нам не нужен. Ну, в принципе, и все. Колун тоже уберем. Колун можно найти где угодно. А вот кирка бывает... Так что не находишь. Хотя давайте и кирку тоже сложим. В большинстве шахт она есть. Да, 296 уже веса. Слабое зелье лечения. Ну, все остальное плевать. Можно идти дальше. Путешествовать. Давайте сейчас выберем задание, которое будем исполнять следующие минуты или часы. Выберем какое-нибудь поинтереснее. Найти работу Шелидора, отправиться в храм Талоса, найти жреца Баэти. Давайте вот это вот деэдрическое. Сделаем. И отправимся в разделенные башни. Для того, чтобы найти этого жреца. И тогда он выпустит на свободу зло, видимо. С которым мы будем сражаться. Или за которое мы будем сражаться, не знаю. Посмотрим.